Диаконический центр прикосновения уже 16 лет занимается помощью оренбуржцам с тяжелыми формами инвалидности. И взрослым, и детям специалисты помогают жить в обычной среде с минимальными барьерами. Чтобы проекты продолжали работать, организация проводит благотворительные акции, в их числе и концерт Михаила Тимошенко. Программ в центре много, но конкретно мы хотели бы продолжить тот проект, который был поддержан фондом президентского гранта в прошлом, в 2018 году. Проект был год, он закончился, но для нас он не закончился, потому что закончить его нельзя. Поддержка ребят, проживающих в интернате, имеющие различные нарушения развития, для того, чтобы именно произошел тот переход, которого ждут все в реформе интернатов, подготовить их к самостоятельной жизни. 23-летний Михаил Тимошенко родом из Камейкина, Оренбургской области. Певец получил признание на сцене Парижской оперы «Бастилии» и сыграл главную роль в фильме швейцарского режиссера «Парижская опера». В Оренбург он приедет специально дать концерт в поддержку благотворительных проектов. И не случайно. Ведь Центру прикосновения Михаил Тимошенко помогал со студенческих лет. Для нас это так волнительно, так приятно, что наши волонтеры, которые раньше ездили с нами в лагеря с детьми, помогали нам. И когда они становятся профессионалами, то они тоже могут помочь. Купить билет можно на сайте kassir.ru. За неделю до мероприятия начала действовать акция 2+1. Наталья Богданова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.